Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов вместе с жителями открыл диагностическое отделение Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы. Подразделение оснащено мощным компьютерным томографом, который предназначен для диагностики широкого спектра патологий, доступных методу КТ. Компьютерный томограф будет использоваться для пациентов поликлинического отделения Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы и всех профильных отделений стационара. Полученные медицинские изображения станут сохраняться в электронном архиве Московской области, в том числе для получения второго мнения специалистами Института имени Владимирского. Партийный мониторинг хода работ осуществлялся в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» и контроля исполнения программы наказов в Подмосковье «Территория перемен», сформированной на основании народной программы партии.